Еще две семейные трагедии произошли в Братске и Тулунском районе. Под колеса машин попали дети. 14-летняя школьница и 6-летний мальчик. Оба ребенка погибли. Молодая брачанка переходила дорогу не по зебре вместе с младшей сестрой. Девочки не успели заметить иномарку, которая ехала очень быстро. Машина задела одну из учениц. Водитель даже не остановился. Его задержали через час и доставили в спецприемник. Там 29-летний мужчина узнал, что сбитая им девочка не выжила. В селе Гуран водитель внедорожника не смог объехать 6-летнего мальчика, который резко выбежал на дорогу в неположенном месте. Малыш погиб. В Усть-Удэ свою сверстницу сбила 15-летняя девочка. Сейчас полицейские выясняют, как подросток вообще оказался за рулем авто. У пострадавшей сломаны обе ноги. Всего в этом году в регионе произошло 99 аварий с участием детей. Половина случилась по их вине и недосмотру взрослых. Четверо ребятишек погибли, 96 получили ранения.